Кэтбой в квадрате. А теперь испытаем мою новую машину дупликатор. Ромео собрал дупликатор? Я использую суперкамуфляж, чтобы его как-то выкрасть. Потом бросишь мне, а я передам Кэтбою, а... О, есть идея получше. Я утащу его сейчас. Суперскорость! Что? Ой-ой! Кэтбой! Решил повисеть, котеночек! Отпусти его, робот! Супермышцы! Кажется, вам пора отправиться в темный лес! На этот раз давайте вместе действовать. Я вызволю Гекко, а потом... Постой! Я использую суперпрыжок! Суперкамуфляж Гекко! О! А ну отдай! Постой! Что ты делаешь? Перестань! Супермышцы Гекко! Нет! Я с вами еще разберусь, герои! А теперь давайте отвезем этот гаджет в штаб. Герои в масках, вот эта ночь! Мы снова всем смогли помочь! Избавиться от дупликатора сложнее, чем кажется. Правда, мой механический друг? Герои в масках спасли мир! Опять! Хотя это было непросто. Один из нас все время действовал по-своему. Извини, я хотел, чтобы мы победили. Так и получилось. Итак, во что поиграем? В баскетбол, в волейбол, а лучше сыграем в футбол! Только посмотрите на это! Наверное, Ромео опять делает копии предметов. Но как? Ведь дупликатор у нас! Это надо расследовать! Герои в масках спешат помочь! Вперед, герои! Это наша ночь! На город опускается ночь, и отважная команда героев бросает вызов гадким негодяям, чьи злодеяния пора остановить. А Майя превращается... В Олег! Да! Грег превращается... Коннор... Кэтбоя! Герои в масках! Кошачий слух! Я слышу Ромео! Откуда у тебя дупликатор? Он был у нас! Вот почему вы никогда не будете гениями, как я! Как только я изобрел этот дупликатор, я тут же сделал его копию! Вот она! Ты дуплицировал дупликатор? У него уже трое роботов! Ящерки в ящике! Надо отобрать у него дупликатор! Есть одна идея. Я подлечу и схвачу дупликатор, а потом передам тебе, Кэтбой. А ты передашь Гекко и... И извлеку ту светящуюся штуковину. В этом мне помогут мои супермышцы. Кошачий рев! Он такой громкий, что портит электронику. Стой! Пора сделать еще роботов. Это будет четвертый. Кошачий рев! Спасибо, что помогли увеличить армию роботов! Армию роботов? Именно так! Теперь все, кто живет на Земле, будут мне служить! А если не будут? Тогда роботы их схватят и будут держать, пока они не образумятся! Если роботы так сделают, люди и правда будут его слушаться. Ну ладно, действуем по плану. Шарами огонь! Ладно, видимо, придется действовать вдвоем. Где же этот дупликатор? Совиный взгляд! Вот он! Нет! Сейчас же отдай! Глупая птица! Кажется, кнопку заела! Пушка продолжает стрелять! А? Все
Все в порядке. Ничего не случилось. Да, я тоже в порядке. Котики-бегемотики! Кэтбой, ты себя клонировал? Я знаю. Я тоже знаю. Почему у него другая внешность и голос? Может, это из-за того, что Кэтбой обладает суперспособностями? Роботы! Там! Верните мой дубликатор! Я хотел клонировать вас, а не героев в масках! Кэтбой, бросай мне дубликатор! Я постараюсь его обезвредить! Не могу! Роботов слишком много! Но если героев в масках, тоже будет больше! Да! Да! Жучки-паучки! Теперь их четверо? Вперед, Кэтбой! У меня есть план, и вы его часть! Мы сейчас обезвредим роботов! Нет! Есть! Счастливо, роботы! Не торопись! Похоже, у твоих клонов другой план! Что вы делаете? Укатите их подальше! Есть идея получше! Я буду крутить его, пока у него голова не закружится! А я буду кататься на своем, пока он не выйдет из строя! А я буду крутить своего, пока не устану! Это отличное упражнение! Пока! О-о-о! Ага! Роботы, схватить героев в масках! Мы должны вернуть дубликатор! Может, теперь мы придумаем план? Дайте мне еще один шанс! Есть еще одна идея! А с этими кэтбоями успех обеспечен! Мы изолируем Ромео с помощью бревен! Но как мы вернем дубликатор? А? Я объясню потом. Скорей! А? Нет! Гадкие герои в масках! Если быстро бежать на бревне, то можно свалить всех роботов. Нет, стой! Бревна нам нужны! И мне! Стойте! Следуйте плану! Пожалуйста! Сделаем, как я предложил! Нет, как я! Вы еще не видели моей катапульты? Это просто ужас! Что с ними происходит? Они делают, что хотят, как ты! Я могу все исправить! Я верну дубликатор, не волнуйтесь! Кэтбой просовывает лапу и хватает дубликатор! Поберегись! А! Роботы, хватайте этих негодников! А! Ты сорвал мой план! Эй! А ты мой! Берегитесь! Ой-ой! Как тяжело! Один клон Кэтбоя пойман. Один клон Кэтбоя пойман. Это катастрофа! Надо было нас слушать! Мы команда, забыл? Извините, я правда забыл. Мои копии тоже забыли. Извини! Настало время героев! Суперскорость! А? Если освободить клонов, то мы сможем победить роботов. Есть идеи, как это сделать? Есть одна идейка! Герои в масках прячутся среди деревьев за вашей спиной. Бросайте кэтбоев и ловите их. Стойте, железяки! Я почти выбрался! Это ловушка! Ну что ж, а теперь используем ваше изобретение! Привет! Ай! Ай! Ой! А вот и остальные! Скорее по местам! За мной, роботы! Что вы задумали? Ай. Роботы ненавидят воду! А теперь последний! Суперскорость! Хватай кота, робот!
А теперь используй свои мышцы. Но если я испорчу дубликатор, вы исчезнете. Мы не исчезнем. Мы снова станем единым целым. Это именно так. Давай, Гекко. Супермышцы Гекко! Да! Есть! Я вам покажу, негодники в масках! Вы избавились от моих роботов, но от меня вы не избавитесь! Отвезем второй дубликатор в штаб. Герои в масках, вот эта ночь! Мы снова всем смогли помочь! Все вновь стало прежним. Точно так же, как и ты, Коннор. Это точно. Так, во что сегодня сыграем? Может, в баскетбол? Футбол! Обожаю футбол! Давайте сыграем! Может, лучше вы выберете? Супер-чутьё Гекко! Правила игры «Захвати флаг» очень просты. У каждой из команд есть своя база и свой флаг. Тот, кто захватит чужой флаг и установит на своей базе, победит. Вопросы есть? Да. Почему ты рисуешь так хорошо, а я просто ужасно? Не все умеют рисовать, но у каждого есть свой талант. У меня такой. Змейки на скамейке, можно попробовать? Ничего не выходит. Ты умеешь делать вещи, которые мы не умеем. Например, наверняка ты сможешь захватить наш флаг. Да, может и так. Давайте поиграем в парке. Ребята, почему на штабе установлен флаг ночного ниндзя? Игру придется отложить. Герои в масках спешат помочь. Вперед, герои! Это наша ночь! На город опускается ночь, и отважная команда героев бросает вызов гадким негодяям, чьи злодеяния пора остановить. А Майя превращается... превращается... В Гекко! Да! А Коннор... Кэтбоя! Герои в масках! Надо выяснить, что задумал ночной ниндзя. Скорей, Геккомобилю! Кошачий слух! Я слышу ниндзя-лино! Совиный взгляд! Ты прав, Кэтбой! Я их вижу! И ночного ниндзя! Они у нашей школы! Спасибо кошачьим ушам и совиным глазам! Да, у вас классные суперспособности, но, может, у меня тоже есть крутая суперспособность? Например, например, суперчутьё Гекко! Ты о нем никогда не говорил. Что это за способность? Я, чувствую близость опасности. Это что-то вроде покалывания на кончике хвоста. Значит, с помощью своего суперчутья ты ощутишь близость ночного ниндзя? Конечно! И, кстати, я ведь знал, что он был у школы. И мое суперчутье поможет нам его поймать. Эй, ночной ниндзя, зачем ты выдрузил флаг на наш штаб? Потому что он уже не ваш. Теперь это мой штаб. Я докажу, что я лучше всех играю в игру «Захвати флаг». А? Кто станет с тобой играть? Вы, герой в масках. Или я превращу вашу школу в свою личную. Ночную школу ночных ниндзя! Вот так! А что, если мы выиграем? Размечтались! Но если это все же случится, я покину вашу школу. А если вы проиграете, школа станет моей, как и ваш штаб. И не мечтай. Забудь. Договорились. Первый, кто захватит чужой флаг и установит у себя, выиграет. Согласны. Благодаря моему чутью выигрыш нам гарантирован. Это будет легче, чем выжить апельсин. А ты уверен насчет своего чутья? У тебя ведь много других суперспособностей. Но они для этого не подходят. В отличие от суперчутья Гекко, оно не подведет. Ну что, готовы сыграть, лузеры в масках? Тогда начнем игру! Кто-то должен остаться здесь и сторожить флаг. У тебя идеальное зрение. Тебе и сторожить флаг.
Но кто в школу пойдет? Ты, Кэтбой, ведь ты сможешь подслушать ночного ниндзя. Благодаря твоим глазам и моим ушам он не сможет мимо нас проскочить. Вы забыли о моем суперчутье. Оно подскажет, где ночной ниндзя. Он... Он в школе. Думает, как украсть наш флаг. А значит, за своим он не следит. И его можно захватить. Я думала, ты чувствуешь присутствие ночного ниндзя только когда он близко. Близко, далеко, неважно. Мое суперчутье безгранично. Ну, ладно. Вперед! Захватим его флаг! Лучше останься здесь и охраняй наш флаг. Школу сторожит патруль ниндзя Лино. Но не ночной ниндзя. Мое суперчутье не ошиблось. Он в школе. Пора захватить флаг. Суперзахват! Чешуйчатый! Суперскорость! Похоже, твое суперчутье ошиблось, Гекко. Суперчутье? Не смешите! Оно не ошиблось. Ночной ниндзя был здесь, так ведь? Просто не внутри. Ты и ты, идемте со мной. Будем захватывать флаг. Ну а вы охраняйте наш. Он направляется в наш штаб. Надо помочь, Олет! Флаг только птичка охраняет. Что-что? Чешуйчатый направляется в лес? Что ж, сделаем вид, что его глупое чутье действительно работает. Что мы здесь делаем? Ночной ниндзя ведь отправился в штаб. Мое суперчутье подсказывает, что он где-то здесь. Точнее, он вон там. Попался! Извини, Гекко, здесь никого нет. Может, ты не обладаешь никаким суперчутьем? Суперскорость! Что происходит? Я был прав, вот что! И липкие шарики это доказывают. А теперь мое суперчутье подсказывает, что ночной ниндзя вон там! Бежим! Ха! Глупый Гекко думает, что выдуманная способность поможет. Его ждет большой сюрприз! Ха-я! Мое суперчутье не ошиблось. Я уверен, что ночной ниндзя там. А? Все гусеницы слиплись. Мы никуда не сможем поехать, пока не удалим эту гадость. Это 100 лет займет. Давай за мной. Мое суперчутье подсказывает, что ночной ниндзя хочет подобраться к нашему штабу сзади. С другого берега озера? Но твое чутье уже дважды ошибалось. Мы не можем опять рисковать. Тогда я пойду один и докажу, что я прав. Стой! Мы должны помочь, Олет! Иначе ниндзя заберет флаг! Олет! Гекко убежал один! Вдруг его схватят ниндзя? Давай найдем его! Но кто тогда будет штаб охранять? Я докажу Кэтбою и Олет, что я правда обладаю суперчутьем. Черепашки! Я прилип! О, нет! Но стоп! Если я прилип, значит, ниндзя где-то рядом. И мое суперчутье не ошиблось. Оно реально существует. О, да брось! Это не ты меня нашел, а я знал, где ты будешь. Я все это время ошибался? Ты пришел сюда лишь за тем, чтобы устроить западню для меня? Да, а когда твои друзья отправятся тебя искать... Я захвачу ваш флаг! Вон он, Коннор! Ему нужна помощь! Мы сейчас, Гекко! Простите, что пришлось спасать меня. Теперь никто не охраняет штаб, и ночной ниндзя выиграет. А я не обладаю никаким суперчутьем. Но у тебя и так полно суперспособностей. Например, камуфляж, а еще суперзахват. Они такие же классные, как и ты. Вы правы! Спасибо!
ящерки в ящиках! Это же мега-сигнализация штаба! Он забрал флаг, но еще не победил. Он должен доставить его к себе. Геккомобиль застрял. Но если использовать другой транспорт, мы все же сможем его догнать. А я остановить не с помощью придуманных способностей, а настоящей силой. Настало время героев! Когда я установлю флаг, и школа, и штаб героев в масках навсегда станут моими! А? Вы опоздали, герои в масках! Вперед, ниндзя-лино! Победа за мной! Похоже, он слишком шустрый, Кэтбой. И нам его никак не победить. Жаль, что ваш чешуйчатый друг не может поклониться великому победителю ниндзя! Зато ниндзя-лино могут! Что происходит? Где мой флаг? Не ожидал меня увидеть, ночной ниндзя? Но это невозможно! Ты был в ловушке! Но друзья меня спасли, и я пробрался сюда, используя суперкамуфляж. А потом я схватил эти флаги легко и просто, без всяких проблем. А теперь извини, нам надо их на свою базу доставить и выиграть. Герои в масках выиграли! Это все из-за вас, ниндзя-лино! Вы недостойны учиться в моей ночной школе! Плохие ученики! У тебя получилось! Герои в масках, вот эта ночь! В школе родной мы смогли помочь! Я ничего не вижу. Ты его слышишь? Нет. Без совиных глаз и кошачьих ушей играть сложнее. Может, суперчутья у меня нет? Но я все равно чувствую, что победа близка! Флаг у меня! Грег-победитель! Мы знали, что ты будешь лучшим в этой игре. Да, и ты это подтвердил дважды. Спасибо вам, но вы все же лучшие. Лучшие друзья на свете! Олет и лунный цветок. Обожаю цветы выращивать. Смотрите, какой подсолнух. Мой так вырос. Он огромный. Ты такой грустный. Как твой цветок, Амайя? Хорошо, отлично. Его надо хорошо поливать. Я знаю. Может, его стоит поставить на другой стол? Там солнечней. Я знаю, я собираюсь так сделать. Мы можем тебе помочь. Мы состоим в клубе садоводов и много знаем о цветах. Спасибо, но я сама справлюсь. Клуб — это супер. Но у меня талант к садоводству. Я знаю растения, мне клуб не нужен. Пожалуй, я лучше возьму кое-что из садовых инструментов. А? Куда все делось? Мотыльки! Это проделки лунной девочки. Но зачем ей садовый инструмент? Днем она не выходит. А ночью растения не растут. Видите, я все знаю о растениях. Инструмент ей нужен явно не для добрых дел. Герои в масках спешат помочь! Вперед, герои! Это наша ночь! На город опускается ночь, и отважная команда героев бросает вызов гадким негодяям, чьи злодеяния пора остановить. Амайя превращается... в Олет! Да! Грег превращается... в Гекко! Да! А Коннор... Кэтбоя! Герои в масках! Интересно, где же лунная девочка и садовые инструменты? Как их найти? Для садоводства нужен зеленый участок. Парк! К самолету! Девочка, где же ты? Совиный взгляд?
А вот и лунная девочка. Лунная девочка, что ты натворила? Вам не нравится мой лунный цветок? Кстати, мне больше не нужен ваш садовый инструмент. Все, что нужно моему лунному цветку, это хорошая доза ночных лунных лучей. Ого, какой страшный цветочек. Страшный? Ха! Самое страшное еще впереди. Когда раскроется бутон и вылетит сотни семян, каждая семечка упадет на землю, из него вырастет еще цветок и... Каждый из этих цветков произведет еще семена, из которых вырастет еще больше... Эй! Чей это план? Скоро лунных цветов будет столько, что для других цветов места не останется! Ха-ха-ха! Надо остановить этот сорняк, пока он всю планету не заполнил. Что же нам говорили в клубе насчет удаления больших и гадких сорняков? Надо его выкопать, это просто! Нет, стой! У него должно быть большие корни! Их все следует удалить. Если останется хоть один корень, из него вырастет новый лунный цветок. Тогда будем вместе копать. Это садоводство по методу Олет. Птички-невелички! Один герой в маске пойман. Двое осталось. Суперскорость! Есть одна идея. Цветок растет в темноте, так? Значит, он не любит свет. Если направить на него свет фар самолета, он перестанет расти. Стоп! А как же моя идея? Я тоже неплохой садовод, вы забыли? Олет, выкапывание не поможет. Лопатой возможно, но мы ведь можем использовать когти самолета. Я облечу цветок и выру его, стараясь держаться подальше от липких побегов. Тебе конец. Я попалась! Опять! О, какая жалость! Птички, не велить! Держу! Пора использовать супермышцы! А! Отпусти моих друзей! Эй, хватайте лунный магнит! Почти получилось! Я так не думаю, чешуйчатый! Гекко, берегись! Давай, лунный цветок, расти! Дай побольше семян, чтобы на земле не осталось места для других растений! Выкапывание здесь явно не поможет. Ты прав. Эй, интересно, что будет, если его полить? Если полить, но от этого он вырастет. Это не земное растение, а странный лунный сорняк. А вдруг от воды он может усохнуть? Подожди, у меня появилась одна идея. Мы можем обмотать сорняк этим шлангом и повалить. Олет, я не уверен, что выйдет. Дайте мне шанс. Я, конечно, не ходила в ваш клуб, но кое-что в этом понимаю. Олет, стой! А? Эй ты, птичка! Готово. А теперь осталось лишь потянуть. Кэтбой, разберись с ней. Кыш! Кыш!
его сад. Цветы заполонят весь город, а другие растения вымрут. Я бы не справилась без твоей помощи. Она права. Надо было вас послушать. Но я хотела доказать, что я хороший садовод, хоть я и не ходила в клуб. Не переживай, Олег. Есть идеи? Я слушаю, без шуток. Думай, думай. Эти семена повсюду вокруг нас. О! Они летят туда, куда дует ветер. Стоп! Это отличная идея! Куда дует ветер? Надо сделать так, чтобы ветер дул в нужном направлении. Я знаю, что делать, но только мне понадобится ваша помощь. Каков план? Идем со мной! Настало время героев! Готов, Гекко? Пора уже начать операцию «Ветер». Готов, Кэтбой? Готов! А? Суперсовиный ветер! Они все здесь! Серьезно? Я еще выращу! Помнишь твою идею? Земные растения любят воду и свет. Может, это лунный сорняк не любит? Есть! План сработал! Герои в масках, вот эта ночь! Мы снова всем смогли помочь! И приз за лучший подсолнух получает Амайя! Очень хочу поблагодарить ребят за советы. Теперь я знаю, сколько света и воды требуется растениям. Нет, правда, это и ваш кубок. Супер! Чемпионы! Медленный Гекко. Грег, звонок прозвенел. А? Смотри, какой трюк я освоил. О! 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 А ну-ка вернись, мяч! Грег, учитель скоро придет. А вот я в этом не уверен. Смотри. Мне кажется, или он идет очень медленно. Супер медленно. Пока он дойдет, уже стемнеет. Эй, он не единственный, кто двигается очень медленно. Что происходит? Ночью выясним. Герои в масках спешат помочь. Вперед, герои, это наша ночь. На город опускается ночь, и отважная команда героев бросает вызов гадким негодяям, чьи злодеяния пора остановить. Амайя превращается... В Олег! Да! Грег превращается... В Гекко! Да! А Коннор... Кэтбоя! Герои в масках! В городе так тихо, даже слишком. Погляди-ка! Ромео, что он задумал? Что бы он ни задумал, мы должны ему помешать! В Геккомобиль!
кто-нибудь его видит? Эй, котеночек, не так быстро! Ха, дошло! До меня нет. Просто смотри. О, нет! Что он делает с бедным котом? Он в порядке. Просто движется очень медленно. Прямо как учитель и бабочка сегодня утром. Ромео с помощью своих часов все замедляет. Я с ним разберусь. Гекко, ты подкрадись сзади и уничтожь часы. А мы отвлечем Ромео. Нет проблем. Суперкамуфляж Гекко. Зачем ты все замедляешь, Ромео? Герои в масках. Вы как раз вовремя. Поняли? Вовремя. Я сегодня в ударе. Что есть, то есть. Ты так думаешь? Я все замедляю, потому что если все будут двигаться еле-еле, я смогу захватить весь мир. А когда я взорву часы в центре города, медленными станут абсолютно все. И останутся такими навсегда. А? Круто! Я ведь гений! Я 100 раз это говорил! Клянусь своим хвостом, у тебя ничего не выйдет! Гекко, давай! Где же он? Давай! Давай! Гекко! Я на кота смотрел, он такой прикольный! Опять у вас ничего не получилось! Ой, он уехал! Что случилось, Гекко? Я на кота смотрел! Он очень прикольно выглядел. Но, Гекко, ты дал Ромео сбежать. Будь собранней. Не волнуйтесь, у меня есть идея, как его остановить. На Гекко-мобиле у нас будет возможность незаметно подъехать к его лаборатории. Смотри, вот и он. Гекко-мобиль-камуфляж. Ты ничего не слышал? Нет, хозяин. Небось, опять герои в масках. О, нет, голубь. Кыш, улетай. Лети, лети. О, такое не часто увидишь. Стоп, это герои в масках. Они попались. Он нас видит. Гекко, вперед. Взгляните на голубя. Он летит или сидит? Кто знает? Забудь о нем! Смотри! О, нет! Опять у вас ничего не вышло! Если Ромео доберется до центра, он сделает медленным весь город. За ним, Гекко! Если б я мог, Гекко-мобиль теперь еле-еле ползет. Похоже, придется преследовать Ромео пешком. Мы ведь направились в центр города. Куда спешить? Времени у нас завались! Ха! Понял! А, он решил остановку сделать. Итак, план такой. Нам следует атаковать Ромео с двух сторон. Мы с Олет атакуем его спереди, а ты, Гекко, спрячься и жди, пока я подам сигнал. Я понял. В этот раз я буду собран. А теперь максимальная скорость. Сейчас ты увидишь. Я могу поймать самый быстрый диск. Замедленный летающий диск? Отпад! Опять ты? Гекко, берегись! Убегай! Ой! Надо было быстрее, Гекко! Я должен научиться быть собранным. Счастливо, герои в масках! Я отправляюсь в центр города, чтобы устроить небольшой взрыв. Гекко, ты как? Я в порядке, только вот я стал очень медленным. Я сам виноват. Если б я постоянно не отвлекался, мы бы уже поймали Ромео. Оставьте меня здесь. Нет, мы команда, мы тебя не оставим. Ты прав, Кэтбой. Я очень медленный, но если я соберусь, я могу помочь.
Что ж, вперед! Настало время героя! Да! Ребята, кто-то из вас должен меня нести. Олег, ты отвлеки Ромео, а я с помощью своей суперсилы обезврежу часы. Кэтбой, если у нее не выйдет, тогда ты должен будешь отвлечь Ромео. Хорошо, но ты ведь все еще медленный. Как ты доберешься до часов? Не переживай, в этот раз я отвлекаться не собираюсь. Опять ты? Кажется, пора тебя притормозить, птичка. Ну так попробуй, Ромео. Да! В этот раз я не отвлекаюсь. Ты чуть в меня не попал, хозяин. Перестань жаловаться и помоги ее поймать! Чуть-чуть быстрее! Не поймаешь, робот? Птички-невелички! Они поймали Олет! Я должен отвлечь Ромео, пока Гекку не обезвредит часы. Но, хозяин, я ведь ее поймал. Опять жалуешься? Главное, что нам удалось эту птичку замедлить. Поймай, если сможешь, Ромео. Суперскорость! Хватит меня отвлекать! Я должен город замедлить! Опять ты? В этот раз ты меня не отвлечешь. Кошачий прыжок! Опоздали герои в масках! Теперь я сделаю медленным весь город! О, нет! Начинаем вечеринку! Она будет взрывной! Супермышцы Гекко! Что? Есть! У тебя получилось! Как ты туда попал? Ты все еще медленный! Хоть я и медленный, но поскольку я не отвлекался, я успел попасть сюда вовремя. Ой-ой! Класс! Есть! Я больше не медленный! Супер! Я Гекко, я всех быстрее, давай, я Гекко, та-та-та-та-та! Я ненавижу, когда он так делает! Проклятые герои в масках! Это еще не конец! Я с вами поквитаюсь! Герои в масках, вот эта ночь! Мы снова всем смогли помочь! Привет, Грег! Привет! Ты опять принес мяч? Хочешь показать тот трюк? Конечно! Только позже! Сейчас время учебы. Ты прав. Молодец, что не отвлекаешься. Спасибо! А ну-ка, дай 5! Да! Кэтбой и лунный купол. Смотрите, это разбрызгиватель. А я умею волну делать. Смотрите, это робот. Никого не напоминает. Я тебя люблю, Ромео. Надеюсь, мы удачно выступим на школьном танцевальном конкурсе. Я тоже надеюсь. Я даже разучил новое движение. Супер-торнадо! Что это за движение? Я видела его по телевизору. Оно выглядит так. У-ха! И правда крутое. А как его делать? Надо встать на цыпочки, поднять одну ногу, отвести руки в бок и сделать вращение. Теперь ты. Одну ногу поднять, отвести руки в бок и... Ну хватит! Это не смешно!
Это движение мне не понравилось. Ты его полюбишь, как только освоишь. Я знаю много классных движений. Я обойдусь без этого. И я не хочу, чтобы надо мной смеялись. А? Птички-невелички, мотыльки? А? Это приглашение от лунной девочки. Готовы к чудной вечеринке? Возьмите обувь для танцев. Встречаемся вечером у вашего штаба. Она приглашает нас на вечеринку? Это слишком странно для нее. Может, ей надоело быть злой, и она хочет заключить мир? Танцевальный вечер – это отличная мысль. Можно движение отработать. Например, супер-торнадо, Коннор! Я не хочу идти. Чудная вечеринка. Это подозрительно звучит. Хотя, может, это повод пойти? Выяснить, что она задумала. Герои в масках спешат помочь. Сегодня нас ждет танцевальная ночь! На город опускается ночь, и отважная команда героев бросает вызов гадким негодяям, чьи злодеяния пора остановить. А Майя превращается... Грег превращается... в Гекко! Да! А Коннор... Кэтбоя! Герои в масках! Раз, два, три, четыре, пять! Будем весело плясать! Похоже, вечеринка уже началась! Идемте! Спасибо за приглашение, лунная девочка! Добро пожаловать! Стоп! Это ведь школьные колонки! Да! Ты одолжила школьное оборудование? Я его не одолжила, а украла! Для нашей вечеринки! Для вас, негодники в масках! Гостей так не называют! Гостей? Нет, гости уходят, когда захотят! А вы... В общем, думаю, сейчас вам все станет ясно. Что? Вы в ловушке, простофили в масках. Из лунного купола вам не сбежать. А я думал, ты помириться хочешь. Нет, прости. О, еще момент. Из купола нет выходов ни сверху, ни сбоку, и под землей их тоже нет. А пока вы здесь, я собираюсь украсть все остальное оборудование. Что? Не хочу, чтобы другие веселились на танцах. Вечеринка будет только у меня. Птички-невелички, если она все украдет, танцевальный конкурс отменят. Мы не сможем свои движения показать. Ящерки в ящике! А я так хотел робота показать. Мы не можем позволить ей испортить всем веселье. Мы должны отсюда выбраться. Я знаю как. Супермышцы Гекко! Я не могу его сдвинуть. А я не могу пробить. И она ведь сказала, что под землей выхода тоже нет. А если ты раскрутишься как вихрь, ты можешь проделать тоннель. Это отличная идея. Это будет прямо как то танцевальное движение. Что ж, наверное, сходство и правда есть. Надо только его отработать. Я не хочу упасть, как в тот раз. Это был настоящий позор. Давайте что-нибудь другое придумаем. Ты сможешь. Я покажу еще раз. Давай, просто встань на цыпочки, подними ногу, а потом крутись. Только на суперскорости. Ну что ж. Просто смех, котеночек. Жаль, ты не сможешь показать свои... движение на моей вечеринке. А для настоящей вечеринки нужно вот это. Мы тебя остановим! Вряд ли, пока вы под куполом. Счастливо, баиньки в масках! Часть купола и правда находится под землей. Может, у вас супер-торнадо лучше выйдет? Это не поможет. Только ты можешь крутиться достаточно быстро, чтобы вырыть тоннель. Может, есть другой вариант? Итак, на счет три вместе толкаем купол. Он не выдержит общую силу нас троих. Готовы? Один, два, три, вперед! Используем супермышцы! Совиный ветер! Кошачий прыжок! А-а-а!
школьники в масках не готовы к вечеринке, а я подготовилась. Я обожаю шарики! Особенно, если они принадлежат другим. Попробуй сделать торнадо. Я знаю, ты сможешь. Эй, Кэтбой, давно крутился в последний раз? О, нет, я забыла. Ты не можешь, а я могу. Ящерки в ящике! Мы никогда отсюда не выберемся. Нет, если Кэтбой не сможет... Придумать новый план! Я придумал! Я не могу сделать торнадо, но я могу быстро бегать. Я могу развить такую большую скорость, что купол поднимется в воздух. Кэтбой выходит на максимальную скорость! А? Кэтбой долго не сможет так бегать! Ой-ой! А, вы решили раскачать купол? Это лишь вызывает свечение. И, кстати, это очень красиво! Вечеринка становится все веселее! Разумеется, для меня, а не для вас! Кэтбой, я знаю, что ты не хочешь, но... Забудь! Не хочу снова быть осмеянным! Ага! В этот раз я придумал отличный план! Итак, команда, сначала мы выстрелим, а потом используем катапульту. Мы точно пробьем купол! Давайте, огонь! Катапульта! Вечеринка закончена! Катапультирование! Жучки-паучки! Это какой-то кошмар! Смотри! Эти шары могут разрушить наш штаб! Извините, я хотел нас вызволить, но только хуже сделал. И теперь танцевальный конкурс не состоится. Вы не сможете свои движения показать. Есть лишь одно движение, которое нас спасет. Это твое движение. Да! Выбираться можно лишь через низ. А единственный, кто может вырыть тоннель, это ты. Я знаю. Я должен был послушать ваш совет насчет торнадо. Он был верным. Хорошо. Подумаешь, не получилось. Я не подведу вас. Настало время героев! Давай, Кэтбой! Молодец! Украла. Теперь танцевальный конкурс точно под угрозой. Я разберусь с этой угрозой. Пусть я 100 раз опозорюсь. Тебе явно стоит стать комедиантом. Ничего, Кэтбой, я был рад искупаться. Я это сделаю, несмотря ни на что. Супер торнадо! Тебе удалось! Спасем конкурс! Что? А знаешь, у тебя отличное чувство ритма. Серьезно? Ты не шутишь, котенок? Я серьезно. Покажи, что ты умеешь. Попрыгай, а потом сделай супер торнадо. О, да, это прикольно! Погляди на них! Кэтбой отлично освоил это движение! Давай вернем все это в школу. Лунной девочке сейчас так весело, что она не будет против. Герои в масках, вот эта ночь! Сегодня мы зажечь не прочь! У тебя отлично получается! Спасибо! Вау! Ого! Отличное движение! Я просто упал! А знаете, я сделаю это своим фирменным движением! Вращение, падение и снова вращение! Кто-нибудь хочет попробовать? Да! Я хочу! Готовы?
и камень всесилия. Кунг-фу? Да, я нашла ее на столе. В ней полна история о мастерах кунг-фу. А я читаю книгу о сильнейших атлетах планеты. Ого! Знаете, что я заметил? Смотрите, сколько наград! Кубков, грамот, медалей! Эй! Может, я когда-нибудь выиграю медаль? Сомневаюсь, что их дают за суперсилу Гекко. Пойдем в парк, почитаем там. Я хочу что-нибудь выиграть, чтобы доказать, что я сильный. Грег? Что с фонарями случилось? Их кто-то погнул. Ого! Это явно сделал силач. Может быть, но за это призов не дают. Гнуть фонари нехорошо. Кто это сделал? Предлагаю отправиться в штаб. Герои в масках спешат помочь. Вперед, герои! Это наша ночь! На город опускается ночь, и отважная команда героев бросает вызов гадким негодяям, чьи злодеяния пора остановить. А Майя превращается... Грег превращается... в Гекко! Да! А Коннор... в Кэтбоя! Герои в масках! В Геккомобиль! Котики-бегемотики! Назад! Огромный камень катается по улице? Я сказал быстрее, ленивый ниндзя! Нам надо камень разбить! Ночной ниндзя? Что он задумал? Он должен разбиться! Ничто не может выдержать мой мега-тройной удар! Ау, ау, ау! Репетируешь новый танец, ночной ниндзя? А вот и не угадал! Вы даже не представляете, что это такое! Не так ли? Огромный камень? Не просто камень! Мои ниндзялина прикатили его из древнего храма, что на вершине горы, в тысячах километров отсюда. Его называют Камнем Всесилия. Камень Всесилия? О нем написано в книге о кунг-фу. Согласно одной из легенд, в нем спрятан драгоценный медальон. Вроде этого? Это же медаль! Это медальон, а не медаль. Лишь самый сильный герой может разбить камень и достать медальон. А самый сильный герой – это, конечно, я! Самый сильный герой? Но ты вообще не герой! Скоро ты увидишь этот медальон на моей шее. Тогда тебе не будет смешно! Медальон для самого сильного героя? Если он у меня будет, все будут знать, что я сильнейший! Гекко, о чем ты говоришь? Что, если я разобью камень? Тогда ниндзя не получит медальон. Я получу и надену. Я буду как один из этих атлетов. Используйте свои навыки кунг-фу. Надо бить сильнее. Вот так. Хай-я! Ты недостаточно силен, а мне это по силам. Гекко, стой! Но если я разобью камень и достану медальон, то ночной ниндзя перестанет вещи ломать. Даже не мечтай, присмыкающаяся! Ниндзялино, катите камень! Продолжайте! Рано или поздно он расколется! Если он будет и дальше так продолжать, то разрушит весь город! Надо его остановить! Скорей! Мне надо камень разбить! Никто не сможет разбить этот камень! Надо просто его остановить! Но медальон докажет, что я сильный! Я его на стену повешу! Ты суперсильный. Если ты ударишь камень, он просто улетит.
Есть другой вариант. Я буду бегать вокруг ночного ниндзя и ниндзя-лино. Да, а я сброшу Гекко на камень, чтобы разбил он... Разбил его? Нет, доставил его в штаб. Хорошо. Вперед! Суперскорость! А теперь отнесем его в штаб. Хотя, разок можно попробовать. Надеюсь, супермышцы не подведут. Ой, Гекко! Ха! Он сорвал ваш план. А камешек-то даже не треснул. А теперь мастер-ниндзя покажет вам класс. Убойный удар ниндзя! Игровая площадка! О, нет! Совиный ветер! Лови, Гекко! Отличный прием! Спасибо! Может, я попробую еще разок? А? Но... Я буду осторожен! Я обязательно достану медаль, ведь я владею тройным суперударом! Ящерица слабоват. О, да? В следующий раз выйдет. Увидишь. Ниндзя-лино, таран! 1, 2, 3. Что? Как видите, я достаточно силен. Я разобью камень. Опять не получилось. Еще разок. А, это уже просто глупо. То есть, когда ночной ниндзя пытался его разбить, тебе это глупым не казалось, да? Я его нашел! Я его разобью, вот увидите. Даже если придется ударить его о самое прочное здание. Угадайте, что это за здание? Только не наш штаб. Вдруг он разрушится. Без него мы уже не будем героями в масках. Ты не посмеешь, ночной ниндзя! Я думал, ты меня поймешь, ящерка. Ты ведь тоже хочешь его разбить. Прыжок! Жучки-паучки! Этого нельзя допустить! О, нет! Он катится на нас! Эй, ну что вы на меня уставились? Птички-невелички, чудом спаслись. Это уже чересчур. Это я виноват. Супермышцы! Простите, надо было отнести камень в штаб, а я не отнес. И он вас едва не раздавил. Все в порядке, мы убежали. А штаб ты поправил. Но вы были в опасности. Весь город в опасности, пока этот камень здесь. Насчет этого ты прав. Приготовьтесь увидеть нечто потрясающее. Если использовать этот груз, камень ударит еще сильнее. Забудь об этом. Настало время героев. Мы забираем у тебя этот камень. Ничего у вас не выйдет. Ящерка, медальон будет моим! Гекко, нет! Убегай! Я поймаю этот камень! Супермышцы! Ого! Я никогда тебя таким сильным не видел! Да! Я не знаю, что случилось. Я вдруг почувствовал себя очень сильным. Это потому, что ты хотел спасти нас от опасности. Это помогло тебе сфокусировать свою суперсилу. Ты прав. Сейчас же отдай медальон. Он мой. С какой стати он твой, ночной ниндзя? Я разбил камень. Я бросил его в ваш штаб. Ты бросил, а вот разбил его Гекко с помощью суперсилы. Но это какой-то бред. Как может ящерица быть сильнее меня? Дело в том, что я сделал это ради своих друзей.
Но это же так скучно! Ладно! Оставьте медальон себе, лузеры в масках! Я вернусь, когда вы меньше всего будете этого ожидать! А вы, Ниндзялина, возвращайтесь в древний горный храм и тренируйтесь! Ты определенно заслужил этот медальон! Спасибо! Но он из дальних краев, и о нем сложена легенда. Зачем мне вообще этот медальон? Я сдам его в музей, чтобы все могли его увидеть! Супер! И, кстати, я знаю еще один способ продемонстрировать свою силу. Герои в масках, вот эта ночь! Мы снова всем смогли помочь! Класс! Круто! Тот, кто расколол камень, должно быть очень силен. Но кто это был? Это загадка. Огромный Гекко! Грег, ответь! Это Коннор! Прием! А, куда моя рация делась? Хм, есть! О, гадость! Грег, ответь! Хм. О, вот она где! Спасибо, Лайонел! Привет, Коннор! О, стоп! Я хотел сказать, я на связи, Коннор! Прием! Привет, Грег! Что делаешь? Убираюсь! У меня небольшой беспорядок! И мама завтра не отпустит меня на парад, если я не приберусь. Парад будет потрясающий! Ты хочешь увидеть платформу-ящерицу? Да! Она моя любимая! Тогда начинай убираться, а я в штаб сама ей! На случай, если какой-нибудь злодей решит сорвать парад. Вы в штаб идете? Без меня? Не смейте! Но как же уборка? Не волнуйтесь, я здесь потом приберусь. А еще я хотел камеру на парад взять. Она, наверное, в штабе. Я не нахожу ее здесь. Хорошо, герои в масках спешат помочь! Вперед, герои! Это наша ночь! На город опускается ночь, и отважная команда героев бросает вызов гадким негодяям, чьи злодеяния пора остановить. А Майя превращается... в Олет! Да! Грег превращается... А Коннор... Кэтбоя! Герои? Что случилось? Гекко, здесь такой же беспорядок, как у тебя! Ты же прибраться обещал! Да, я хотел это сделать позже! Пушка-загазушка Ромео, а это уменьшитель! Ты должен был их убрать в безопасное место! Да, я знаю, но... Ничего, мы с Олетой отправимся на парад, а ты приберись! Только с гаджетами не играть! Хорошо! Я не буду играть, я использую уменьшитель для уборки! Я Ромео, и когда я здесь приберусь, я захвачу весь мир! Ха-ха-ха-ха! Хм, интересно, что делает эта кнопка? Ай! О! А! Черепашки в рубашках! Теперь это увеличитель! Отпад! Привет! Я нечаянно выстрелил в себя из уменьшителя Ромео, но он меня увеличил. Теперь я большой! Не волнуйся, мы сделаем тебя прежним. Нет, мне очень нравится быть гигантским Гекко. Я не дам злодеям сорвать парад. Я огромный! Ой-ой, похоже, парад в опасности. Лунная девочка, скэтмобиль! Один шаг для Гекко и гигантский прыжок для огромного геккозавра! Парад будет нашим, мотыльки! Мы похитим платформы, а меня сделаем королевой! Поприветствуйте, лунное величество! Птички-невелички, что происходит? Я мигом доставлю вас на парад!
Что? Красивое прибытие, ничего не скажешь. Что это? Это гигантский гекко, который не даст тебе украсть платформы, особенно ящерицу. Она моя любимая. И не мечтай! Когда я их украду, то устрою на главной улице лунный парад и всех разбужу! Взять его! Хороших помощников сейчас не найдешь. Лунаборд! Мотыльки! Хватайте платформы и за мной! Давайте! Поднимайте! Вы совсем не стараетесь! Мы не можем позволить разбудить ей весь город! Но не волнуйся, у меня есть план! У меня тоже есть план! Большой план! Гекко, что ты делаешь? Хочу мусорку увеличить! Я сделаю ее чуть больше! И закрою в ней лунную девочку и мотыльков! Ой! О, нет! О, да! Скорее, Гекко, уменьши его! Не волнуйся, я разберусь с этим позже. А сейчас надо увеличить мусорный бак. Берегитесь! Большой герой в маске сделал большую ошибку. Стоп! Зачем мне лунаборд, если есть супермотылёк? Увеличитель мой! Только мой! Теперь я все платформы украду с помощью гигантских мотыльков! Ха-ха! И напоследок... До свидания, мой маленький! О, теперь ты просто малюсенькая ящерица! Что теперь будем делать? Вернем увеличитель и сделаем меня большим. Нет, Гекко! Сначала надо придумать, что делать с мотыльками. Я понял. Олет, отвлеки мотыльков, а мы с Гекко вернем увеличитель. Когда они пролетят мимо нас, мы их уменьшим. Отличная работа, гигантские мотыльки! Эй, мотыльки! Слабо меня поймать! Что? Суперскорость! Я возьму это, спасибо! Запомни, Гекко, когда мотыльки пролетят мимо, уменьши их! Понял, Кэтбой! Отлично, я разведаю обстановку! Оу! Эй, я придумал, как сделать план Кэтбоя еще лучше! А? Ну вот опять. Ящерки в ящике! Гекко! Гекко, ты в порядке? Да. Победа за мной, герои в масках! Парад будет моим и только моим! Надо уменьшить мотыльков. Это единственный шанс. Но я снова потерял увеличитель. Вон он! А? И что теперь делать? Это все я виноват. Я не исправил ошибки, которые совершил. А? Стоп! Настало время героев! Осторожно, Гекко! Не следует его раззадоривать! Как раз это я и пытаюсь сделать! Птичка, птичка, птичка! Да! Ко-ко! Кэтбой, догоним лунную девочку! Молодец, Гекко! Ой-ой! Я и здесь беспорядок устроил! Супермышцы Гекко! А? Хороший голубь. А? Кэтбою и Олет нужна помощь. А ты подал мне идею.
Ты никуда не улетишь, лунная девочка! Думаешь, банки меня остановят? Похоже, я тебе мозги уменьшила. Молодец, Гекко! Но... и как нам теперь вернуть этого голубя? Ну все, больше ничего не увеличиваем. Пора вернуть этот гаджет в штаб и навести там порядок. Герой в масках, вот это ночь! Мы снова всем смогли помочь! Ого! Какой здесь порядок! Долго прибирался, но я все-таки справился и готов идти на парад. Ой-ой! Ложитесь! О! Лайнел нашел мою камеру! Олет обретает крылья! Я так рада, что наконец попаду на авиашоу. Там будет воздушный шар и много старинных самолетов. Они будут рассекать небеса, прямо как я. Здравствуйте, а где самолеты? Я не знаю. Вчера вечером они все были здесь, а утром уже нет. Придется все отменить. Нам очень жаль. Это ужасно. Кому самолеты понадобились? Смотрите! Эти маленькие отпечатки ног явно принадлежат Ниндзялино. Ночной ниндзя об этом пожалеет. В воздухе он со мной тягаться точно не сможет. Герой в масках спешат помочь! Вперед, герой! Это наша ночь! На город опускается ночь, и отважная команда героев бросает вызов гадким негодяям, чьи злодеяния пора остановить. А Майя превращается... Грег превращается... в Гекко! Да! А Коннор... в Кэтбоя! Герои в масках! К самолету! Ночной ниндзя! Эти самолеты должны участвовать в авиашоу! Какой в этом смысл, если никто не сможет на них летать, как я? Поймайте, если сможете! Ничего, не волнуйтесь! Я даже с закрытыми глазами с ними разберусь! Переходим в режим турбо! Я слеплю их светом фар, чтобы заставить сесть! Осторожно, Олет! У него в запасе всегда есть коварный план! У него нет шансов против такого пилота, как я. Воздушный маневр 77! Давай! Но... что? Выпустить липкие захваты! Нет! Олет! Что происходит? А! Я не знаю! Нас словно что-то держит! Устроим этой глупой птичке и ее друзьям американские горки! Вперед! Черепашки в рубашках, отпусти нас! Что, мой дешучий друг? Ты сказал отпусти? Да без проблем! Убрать липкие захваты! Еще один летательный аппарат выбыл из строя! Еще несколько, и я стану единственным!
Пиппином и лучшим воздушным пилотом! Тебе до меня далеко, птичка! Что значит, он останется единственным воздушным пилотом? Может, он и воздушный шар хочет похитить? И все остальное, что он может летать? Олет, лети за ним! Но мой самолет сломан! Тебе не нужен самолет! Ты и так отлично летаешь! Я не могу! Но почему? Он слишком хороший пилот. Мне до него далеко. Что? Ты отличный пилот! Ты не виновата, что он разбил самолет с помощью липучек? Да, и мы поможем. Давай отгоним самолет в штаб, а потом наведаемся в музей. Эй, это легче, чем я думал. Хорошо, что я вспомнил, что в музее был самолет. Он классный. Ты молодец! Уверена, ты поймаешь ночного ниндзя. Но ты у нас специалист по полетам. Ты должна командовать. Я командовать? Но... Вон они! Они хотят угнать воздушный шар! Олет, как нам их остановить? Говори, что делать! Нельзя допустить, чтобы он похитил все, что летает! Ладно, не волнуйся, мы попробуем! Вперед, герои в масках! Что? Стой! Я не знаю, как! В жизни не видел ничего смешнее! А теперь извините, у меня дела! Что случилось, Олет? Мы нуждались в твоей помощи. Извините. Ниндзя и ниндзялина так классно летают. Вы видели их пируэт? До тебя им далеко. А нам с Гекко тем более. Ты должна нам помочь. Ты сможешь, Олет. Поверь. Хорошо. Совиный взгляд. Они похитили из музея модель ракеты. Но это уже слишком. Что будем делать? Может... Нет, это не сработает. Ну ничего, по пути что-нибудь придумаем. Кэтбой спешит на помощь! Кэтбой, сделай что-нибудь! О нет! Тормози, тормози! Вон там! Мы упустили их! Они отлично летают, и кружатся, и ныряют, и так далее. Мне далеко до них. Стой! Куда ты летишь? В наш штаб. Без меня вам будет лучше. Это не так! Ты нам нужна! Ты лучший пилот, которого мы знаем! Мы верим в тебя! Хоть кто-то верит. Только ты сможешь научить нас летать! А если не сможешь, ночной ниндзя похитит все летательные аппараты! А? Соскучились, олухи в масках! Пора угнать еще один летательный аппарат! Так, Олет... Они летят прямо на нас. Так что, может, нам стоит спрятаться за штабом и неожиданно напасть? Хорошо. Летите за мной. Они приближаются! О, нет! Летите назад! Сломанный самолет, должно быть, находится в штабе. Пока этих пустоголовых героев болтает в воздухе, давайте завалим штаб и уничтожим их самолет! Вперед! Кэтбой, налево! О, нет, направо! Разворот! Совиный ветер! Гекко! А теперь спасем Кэтбоя! Олет! Это было потрясающе! Спасибо! Это и правда было здорово! Но сейчас надо остановить ниндзя! А ты единственная, кто хорошо летает! Ты это доказала!
ты прав. Пусть он меня обставил, но сейчас я преподам ему небольшой урок. Настало время героев! Поспеши, Олет. Они приклеились к штабу, а значит... Тяни, тяни, тяни! Да! Кэтбой, лети за мной! Нос вверх и полный газ! Готов! Тяни! О, ну наконец! Прилетели посмотреть, как упадет ваш штаб! Этому не бывать! Кэтбой, держи штурвал крепче и следуй моим указаниям! Когда я скажу вниз, толкай штурвал резко вперед! Вниз! За ними! А теперь вверх! Спираль, до упора вправо! Ловите их, ниндзя Лино! Теперь надо поймать самолеты! Гекко, нужна твоя суперсила! Кэтбой, следуй за мной! Постарайся подлететь ближе! Супермышцы! Готов к посадке, пилот Кэтбой? Готов, капитан Олет! В следующий раз я с вами разберусь! Вот увидите! А теперь освободите меня, ниндзя Лино! Это было круто, Олет! Ты и правда летаешь лучше всех! Ты прав, я лучшая! О, смотрите, здесь все летательные аппараты! И у нас еще есть время, чтобы вернуть их назад! Герои в масках, вот это ночь! Мы снова всем смогли помочь! Плохо, но если б я была пилотом, я бы сделала вираж, а потом элемент под названием «Зайчий прыжок». Вот так! Не торопись, Кэтбой! Ого! Кубок «Спортивный малыш»! Я очень хочу его выиграть, но это будет непросто. Забег с яйцом, забег на трех ногах, забег на мече. Если бы я использовал суперскорость, я бы легко выиграл кубок. А со скоростью Коннора у меня нет шансов. Ах, побеждает самый быстрый. Но скорость – это вовсе не самый главный фактор. Разве ты не слышал пословицу «поспешишь, людей насмешишь»? Это чушь! Побеждает всегда самый быстрый! Коннор, ты не туда бежишь! Кубок пройдет на стадионе! О, что ж, я все равно прибегу первым! За мной! Кубок! Он пропал! Смотрите, следы ниндзя Лино! Значит, ночной ниндзя украл кубок! Мы должны его вернуть! Герои в масках спешат помочь! Вперед, герои! Это наша ночь! На город опускается ночь, и отважная команда героев бросает вызов гадким негодяям, чьи злодеяния пора остановить. А Майя превращается... в Олет! Да! Грег превращается... в Гекко! Да! А Коннор... Кэтбоя! Герои в масках! Смотрите, ниндзя Лино! Но почему они тренируются? Я уверен, это связано с украденным кубком. В Кэтмобиль! Мы знаем, что это ты украл кубок, ночной ниндзя. Ты должен его вернуть. Конечно, олухи в масках. Если вы победите меня в трех забегах, тот, кто выиграет, получит кубок, и это буду я. Ведь я сильнейший. И не мечтай, меня никто не победит. Я Кэтбой, самый
ночной герой! Тогда добро пожаловать на мой суперкубок! Я докажу, что ночной ниндзя – самый лучший бегун, которого знала ночь! Лунная девочка? А тебе что тут понадобилось? Ну, я подумала, что вам будет нужен судья. Вроде меня! Злодейка? В роли судьи? Забудь! Она будет тебе подсуживать! О, а ты прав! Так вы согласны или нет? Согласны! С моей скоростью победа нам гарантирована. Даже лунной девочке придется ее признать. Отлично! А кстати, где кубок? Я хочу его увидеть. Не сейчас. Но ты сможешь хорошо его рассмотреть, когда я выиграю. Найди кубок, мотылек. Наверняка он красивый и блестящий. А все красивое и блестящее должно быть моим. Первый забег! Участники должны донести до линии финиша яйцо в ложке! А? Да победит наглейший! На старт! Внимание! Марш! А? Сейчас! Людей насмешишь, не забывай! Но я должен его догнать! Похоже, пришло время сделать ускорение. Суперскорость! Не торопись, Кэтбой! Кэтбой! Молодец, ниндзя! О, я победил, победил, победил! Теперь меня зовут Ночной Побединзя! Один забег я выиграл, осталось два. В этот раз я проиграл, но в следующий точно выиграю. Начинаем забег номер два. Но как мы сможем бежать, когда мы связаны вот так? Я не знаю, по-моему, это просто. Эй, это против правил. Я разрешаю бежать так. Чего вы ожидали? Я же злодейка. На старт. Внимание! Марш! Вы нашли кубок? Тогда ищите дальше! Он мне нужен! Кэтбой, сделай суперпрыжок в тот момент, когда я взлечу в воздух, и мы понесем Гекку! Понял! Только давай скорей! На счет три! Один, два... Постой, Кэтбой! Я силен, но я не резиновый. Попробуем еще раз, только не торопись. Хорошо. Мы должны идти в ногу. Раз, два, 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 раз. Ловите липкие шарики! Опять он жульничает! Не волнуйся, забег еще не закончен. На счет три. Один, два, три! Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, что? Два. Ты же сказал, что у нас есть время! Раз, два. Ты была права! Мы выиграем! Но только если сейчас сделаем ускорение. Вперед! О, нет! Кэтбой, мы могли проиграть! Но не проиграли, мы победили! Да, не повезло, ниндзя! Это все вы виноваты, ниндзя Лино! Ой! Итак, один забег выиграл ниндзя, один негодники в масках! Поэтому, кто выиграет последний забег, получит кубок! Надо выиграть! А так как вам не удалось найти кубок, придется действовать самой! Хорошая новость! Я тоже буду участвовать! Эй! Не волнуйся, ниндзя. Я сделаю так, чтобы ты победил. Если я не стану победительницей... Ты не говорил, что нам придется состязаться с ней? Извини, птичка! Она все-таки судья! С ней не поспоришь!
Итак, каждая из команд должна выбрать участника, который будет балансировать на шаре. Оу, я! Никто не балансирует лучше котов. Хорошо, только помни главное, не торопись. На старт! Внимание, марш! И мы выиграем! Ой-ой! Если мы хотим выиграть кубок, я должен поспешить! Суперскорость! Я слишком быстро качусь! Я не могу остановиться! Я должен был выиграть! Ой. Ускорение мне не помогло. Чтобы выиграть этот кубок, я должен действовать без спешки. Настало время героев! Эй, мы все выиграли один забег, значит, ничья. Нужен последний, особенный забег. Тот, кто его выиграет, получит кубок. Есть идея. Устроим забег до стадиона на этих шарах. И что в этом такого особенного? Да, мы это уже делали. Но в этот раз вы будете нести яйцо в ложке. Да без проблем. Хорошо, но у нас на головах будут ниндзялино. Это будет просто. Котеночек опять напортачит. И я выиграю. И не мечтай, я выиграю. Я знаю, не торопиться. Не торопиться, не торопиться. Поспеши, а то проиграешь, черепаха! Кубок для завтрашних соревнований. Герои в масках, вот эта ночь! Мы снова всем смогли помочь! Конор получает кубок «Спортивный малыш». Особенный камень Гекко. Зачем мы опять идем в музей? Мы уже были на выставке магнитных камней. Я знаю, я потерял там свой особенный камень. А я всегда ношу его с собой. Не волнуйся, я вчера делал фотографии. Может, на них есть твой камень? Вот он! Я положил его, когда делал фото, а потом забыл забрать. А что особенного в твоем особенном камне? Это что, подарок? Да, дядя мне его подарил. Это супер редкий камень с Луны. Он очень клевый. Я всегда и везде его с собой носил. Давайте его заберем. А? Ого, как это все здесь оказалось? Все такое большое и очень тяжелое. Как я теперь попаду в музей? Он все равно закрыт. А? Вчера ночью кто-то украл все магнитные камни с выставки. О, нет. Значит, мой особенный камень был украден вместе с остальными. Кому понадобилась кучка магнитных камней? Может, тому, у кого уже есть магнит? Лунный магнит! Лунной девочке! Конечно! Герои в масках спешат помочь! Вперед, герои! Это наша ночь!
На город опускается ночь, и отважная команда героев бросает вызов гадким негодяям, чьи злодеяния пора остановить. А Майя превращается... в Олет! Да! Грег превращается... в Гекко! Да! А Коннор... Кэтбоя! Герои Марса! Давайте быстрее! Чем скорее мы найдем лунную девочку, тем скорее я верну свой особенный камень к самолету! Похоже на мощное магнитное поле. Надо отсюда улетать. Нет, если это делает лунный магнит, значит мой камень где-то рядом. Нам надо все камни отыскать. Постарайся, Олет. Постараюсь, только держитесь, потому что в полете будет трясти. Лунный луч поднял поезд? Он ведь очень тяжелый. Посмотрим, как лунная девочка это делает. Просто супер! Мой ультрамагнит стал очень сильным! Теперь я могу получить все, что угодно! Совиный взгляд? Теперь ясно! С помощью магнитных камней лунная девочка сделала свой магнит супермощным! А мой камень здесь? Я думаю, да. Я схвачу лунный магнит. Опустить когти! Погоди, не стоит! Вдруг они мой камень раздавят? Суперзахват! Гекко, твой камень не стоит того, чтобы рисковать! Вернись! Мой суперзахват не подведет! Я схвачу магнит, когда мы будем пролетать мимо! Хорошо, Гекко, но давай хотя бы включим бесшумный режим. Мы незаметно подберемся к лунной девочке. У тебя есть то, что принадлежит мне! Кажется, у нас гости! Лунный магнит! Взять негодников в масках! Гекко, зачем ты закричал? Извини! Я был очень зол из-за того, что лунная девочка украла мой камень! Гекко, это всего лишь камень! Задание важней. Мы должны все камни вернуть, забыл? И обезвредить этот супермагнит, пока... Ложитесь! Ха! Вам, мне-то героям, не справиться с моим ультрамагнитом. Ловите! Суперкамуфляж Гекко! Ай! Есть! А? Где ты? Нужна твоя помощь! Гекко! Ха! Попалась! Эй! Мотыльки! Отстаньте! Гекко, ты в порядке? Да! Эй, ты должна вернуть камни в музей! Отдай хотя бы мой камень! Белый, вон тот! И лишиться возможности получать все, что я хочу? Ну уж нет! Это особенный камень! Особенный? Что в нем такого особенного? Отдай камень! Пожалуйста! Это лунный камень! Лунный? Спасибо за идею! Что? Ты о чем? Все просто, котеночек! Зачем мне всякая мелочь, если я могу луну заполучить? Она будет только моей! Спасибо, чешуйчатый! Нет, ты не можешь! Это глупо и очень опасно! Меня это не волнует! Я хочу получить луну! Извините, ребята. Я не хотел подавать ей идею. Просто вырвалась. Все в порядке, Гекко. Но надо ее остановить. Использовать самолет слишком рискованно.
Она может притянуть его супермагнитом. Не волнуйтесь, у меня есть план. Но ты должен выполнить свою задачу, а не пытаться вернуть камень. Я понял, Кэтбой. Хорошо, каждый из нас разберется с одной из трех проблем. С лунной девочкой, магнитом и мотыльками. Вот что мы сделаем. Отлично! Лучшая вещь на свете будет только моей! Лунный магнит! Достань мне луну! Есть! Благодаря моему ультрамагниту ты станешь моей! Только моей! Мы этого не допустим! Этого делать. Я поймал мотыльков, а Лет отвлекает лунную девочку. Хватай магнит, Гекко! Мой камень! Но, Гекко, это всего лишь камень. Хватай магнит, давай скорей! О, ну он так близко. Луноборд, вперед! Луны, а я хочу ее всю. Спасибо, что помог. И все из-за одного камня. Теперь ты меня не остановишь, чешуйчатый. Лунный магнит, достань мне луну! Жучки-паучки, и правда, я сорвал наше задание из-за камня. Настало время героев! Кыш, кыш, кыш! Спасибо, Гекко. И что теперь делать? Я знаю, как ее остановить. Все, что надо сделать, это выбросить мой камень. Эй! Что происходит? Я сказала, магниту притянут луну. И он притянул ее маленький кусочек. Мой особенный камень. Отличная идея, Гекко! Ненадолго, зеленый гремлин! Совиный ветер! Эй! Скорей! Пока она занята, давай все магнитные камни заберем! Кошачий прыжок! Один есть! Отдай! Ты гадкий вор! Камни у нас! Теперь твой магнит уже не сможет притянуть луну! Ха! Зато он сможет сделать это! А я могу вот что сделать! Использовать супермышцы! Счастливо, лунная девочка! Я вам за это отомщу! Ну вот, луна снова на своем месте! А без этих камней ее лунный магнит больше не сможет ее притягивать. Ты поступил благородно, пожертвовав своим особенным камнем. Ты не переживаешь? Нет, но нам еще много чего предстоит сделать. Надо убрать ракету и поезд, которые лежат перед музеем. Мы вместе это сделаем. Герои в масках, вот эта ночь! Мы снова всем смогли помочь! Зачем мы снова пришли в музей? Мы пришли, чтобы купить тебе новый камень в магазине подарков. Он не будет таким особенным, как твой, но... О, спасибо! Но мне уже не нужен особенный камень. Это всего лишь вещь, а вещи не так уж важны. Хотя, наверное, мой камень и правда был особенным. Он помог нам спасти мир. Может, мне стоит купить новый? А может и нет. Или все же стоит, а может нет. Хорошо, что нерешительность не входит в число твоих суперспособностей. Да, а то бы мы ничего не могли сделать. Ледяной план Гекко. А? Что это? Лед? Но сейчас середина лета. Сосульки? А!
вокруг покрыто льдом. Все скользят на льду. Но только в этой части улицы. Дальше льда нет. Что происходит? Ночью мы это выясним. Герои в масках спешат помочь. Вперед, герои! Это наша ночь! На город опускается ночь, и отважная команда героев бросает вызов гадким негодяям, чьи злодеяния пора остановить. Да! Коннор превращается... Кэтбоя! А Майя превращается... Грег превращается... Гекко! Герои в масках! Гекко-мобиль идеально подойдет. Он ездит по любой поверхности. Как насчет Гекко? Давайте возьмем самолет. С него удобнее обследовать местность. Отличная идея! Но я думал, Гекко-мобиль... Нет, наверное, они правы. Идем, Гекко, пора спасать город! Стало еще хуже! Половина города замерзла! Даже кошки с собаками подружились, чтобы не замерзнуть. Ого! Что это? Совиный взгляд? Смотрите, лаборатория Ромео! Это просто классно! Я знал, что он за этим стоит. Что это? Впереди! Это машина для изготовления льда. Давай за ним, Олег. Ага. А я-то уж начал переживать, куда эти паиньки запропастились. Что ты задумал, Ромео? Это ведь очевидно. Я хочу превратить город в гигантский ледяной аттракцион и кататься на нем на своих санях в лаборатории. Почти зацепилась. Ромео, если ты просто хочешь прокатиться с ветерком, я могу с помощью своих мускулов толкнуть твою лабораторию. Я не просто развлекаюсь, хоть это и весело. Пока вы, жалкие герои, будете поскальзываться и падать, я возьму под свой контроль весь мир! Ромео хочет захватить мир? О, крутой спуск! Птички-невелички! Я здесь не протиснусь! Придется сесть! Надо его остановить, пока он весь город не заморозил! Лед очень скользкий! Спасибо, Гекко. Оу. Эй, может, лучше я погонюсь за Ромео? Мои ступни очень липкие. Погоди, Гекко! У меня есть план, который сработает. Но ведь мой план вполне может... Но мне нужна помощь. Вернемся в самолет. Что ж, это подождет. Олет, ты должна отыскать Ромео, а потом сделать так, чтобы он не заметил меня и Гекко. Совиный взгляд. Вот он! В общем, план такой. Я проберусь в лабораторию снизу, а ты сверху прыгнешь. Мы возьмем лабораторию под контроль, и Ромео придется сдаться. Кошачий прыжок! Ветер.
Кэтбой словно обезьяна взбирается наверх. Он поднимается по обледенелой... Оу! По обледенелой... Кэтбой не сдается. Наконец-то ты пришел. Бедный котеночек. А теперь убирайся с моих саней! Кыш! Кэтбой, берегись! Ой-ой! Как холодно! Я обездвижен! Освободи меня, Ромео! Олет, я знаю, как остановить Ромео! Смотри! Не сейчас, Гекко! Вернись! Кэтбой, что нам делать? За меня не волнуйтесь! Ромео уходит! Остановите его! Не можете за мной угнаться, герои в масках! О, хоть мы и супергерои, но сейчас Кэтбой — суперснеговик. Мы должны придумать план, и как можно быстрее. Это я и хотел тебе сказать. Я... Эй! Я знаю, что делать. Нужна твоя помощь. Но мой план может... Хорошо. Что надо делать? Оу, совиные крылья? Так-то лучше. Итак, я привяжу конец к саням, а ты остановишь их своей суперсилой. Да, но... Затем мы захватим ледяной агрегат. Давай, Гекко! Стой! Думала, что сможешь обхитрить такого гения, как я, глупая птица! Совиные мускулы! Стоп! Я не обладаю суперсилой! Гекко, где же ты? Олет в беде! Ой-ой! Какой холод! Неудачно получилось! Две маленьких ледышки на дорожке лежат! Две маленьких ледышки от холода дрожат! Гекко, у меня есть план! Постой! У меня есть план получше! Ящерки в ящике! Если бы я отстоял свой собственный план и использовал свою суперспособность, настало время героев! Суперзахват! У меня есть свой план! Вы можете помочь, разбив как можно больше ледяных дорожек. Сыграем в ледяной пинбол! Эй! Его план может сработать! Вперед! Время крушить лед! Эти ледышки разбивают мой чудесный ледяной аттракцион! У меня осталась лишь одна дорога! Сейчас я покажу Ромео, как надо по льду бегать! Суперзахват! Привет, Ромео! У меня есть суперзахват, так что я лучше перемещаюсь по льду! Чепуха! Мои сани сделал гений! Я! Поэтому вам, маленьким, глупеньким олухом, его в жизни не обогнать! Посмотрим! Вперед, Гекко! Меня не поймаешь! Супермускулы Гекко! Герои в масках. О, да! Молодец, Гекко! Твой план был гениальным! Да, жаль, мы тебя раньше не послушали. Нет, я сам виноват. Если у тебя есть идея, ее надо отстаивать. Где это я? Похоже, Ромео слегка потерял ориентацию. Гадкие герои в масках! Вечно вы мне веселье портите! Ничего, я с вами еще поквитаюсь!
есть еще много льда. Но если кто и может его растопить, так это я. Герои в масках, вот эта ночь! Мы снова всем смогли помочь! Льда уже нет. Может, пойдем в парк? А может, на великах? Но я думаю, что... А знаете, у меня есть план. Давайте пойдем в аквапарк. Это идея! Бежим! Ой, я забыла это растопить. Гекко спасает Рождество. О, Конор, завтра Рождество, а снега так и нет. Да, снега не хватает, но нам и так весело. Я боюсь. Что с тобой? Завтра ведь Рождество. Разве ты не рад? Да я из-за коньков. Я впервые на них встал, и у меня не выходит. Мы поможем. Без коньков Рождество не Рождество. Как и без елки. И без гирлянд и игрушек. Без каких гирлянд и игрушек? О, нет! Куда они делись? Где все украшения? И дождик. Даже звезда исчезла. Игрушки были такие красивые, и их было много. Они не могли исчезнуть. Видимо, кто-то их украл. Но как этот кто-то это сделал? Елка ведь высокая. Мы это выясним. И коньки для этого не понадобятся. Герои в масках спешат помочь. Вперед, герои! Это наша ночь! На город опускается ночь, и отважная команда героев бросает вызов гадким негодяям, чьи злодеяния пора остановить. Да! Конор превращается... Кэтбоя! А Майя превращается... В Оле! Да! Грег превращается... Похитителю пришлось подняться высоко, а значит, и нам придется. Ты прав. Нам нужен самолет. Это лунная девочка. Ящерки в ящике! Она у всех подарки крадет! А ведь завтра Рождество. Дети останутся без подарков. Лунная девочка, сейчас же верни подарки! Они не твои! Забудьте об этом! Они мои! И Рождество мое! Мое, мое! Эй! Если отобрать у нее луноборд, то она не сможет добраться до труб. А это идея, Гекко. Вперед! Я спущу ее с небес на землю. Совиные крылья! Я никогда не летал на луноборде! Я не смогу им управлять! Пока, котеночек! Я полетел отсюда! Гекко, ты в порядке? Да, я знал, что не смогу полететь на луноборде. Простите. Все в порядке. Надо ее догнать. Самолет слишком велик для такой погони. Олет, ты лети за ней, а мы за тобой. По земле. Вперед, вперед! Стой, лунная девочка! Что?
почему ты не вернешь подарки? Потому что не хочу. Но ты можешь попробовать их отнять. Эй, он мой, птичьи мозги! Нет, 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 нет! Герои в масках, мне нужен дополнительный вес. Кошачий прыжок! А? Опять этот котеночек! Посмотрим, правда ли кошки всегда приземляются на лапы? Ковбой! Мотыльки! А? Кыш, кыш! Эй, нет! Я бегу! Гекко, прыгай на луноборд и улетай отсюда! Опять летать? Но я не умею! Давай, Гекко! Уверена, ты сможешь, если попробуешь! О, змейки на скамейке! Это труднее, чем кататься на коньках! О, нет! Я не могу! Гекко! Грег, ты как? У меня ничего не получилось! Хорошо, не переживай! Мы с Олет все уладим! Скорей, за лунной девочкой! Хватит! Пора остановиться! Точнее, тебя остановить! Что происходит? Олет! Голова закружилась, Олет! Извини! Кошачий прыжок! Гекко, на помощь! Отпусти мой луноборд! Олет, что делать? Я сейчас вряд ли смогу что-то сделать. Голова слишком сильно кружится. Ты должен прыгнуть на луноборд и помочь Кэтбою. Опять? Но я не умею на нем летать! Откуда ты знаешь, что не умеешь, если все время спрыгиваешь? Ты должен попробовать. Ты сможешь. На помощь! Кэтбой! Ты права, Олег. Я просто должен попробовать ему помочь. Настало время героев! Супер-камуфляж! Куда подевалась эта ящерица? Что? Где ты? Эй! Спасибо! Он мой! Держись, Гекко! Ты сможешь! Гекко, я сейчас взорвусь! Помоги! Но если я нагнусь, я могу упасть! Держись! Немного осталось! Поверь мне! Я постараюсь доставить тебя целым и невредимым! Гекко, осторожно! А знаешь, это прикольно! Воу! Но не просто! Главное не останавливаться! Осторожнее, стена! Черепашки в рубашках! Мы слишком высоко! Не паникуй, Гекко, а то упадем! Ты прав! Осторожно! Есть! Сейчас сядем! Аккуратно! Молодец! Я знал, что ты сможешь! Видишь, стоило лишь попробовать! Да! Мотыльки! Отпустите, негодники в масках! Все кончено, лунная девочка! Да! Твой луноборд у нас! Ты не сможешь подарки красть! Значит, у меня не будет настоящего Рождества! Я буду одна его встречать! Что? Тебе не с кем Рождество встречать? Что ж, мне тебя очень жаль. Слушай, может быть, ты его с нами встретишь? Серьезно? Да! Мы ведь должны вернуть все рождественские подарки адресатам! Поможешь? Мы встретим Рождество вместе! Что скажешь? Ну что ж, давайте! Тогда запрыгивай! Мы спасем Рождество! Да! Да! Thank you.
ты неплохо овладел луноборном, Гекко. Спасибо. Теперь я понял, что он улетный. Поскольку ты нам здорово помогла, мы отдаем тебе луноборд и магнит. Спасибо. А теперь вы улетите, и я снова одна останусь. Нет, мы пока не улетаем. Надо еще кое-что сделать. Девочка, правда ведь красиво? Наверное, ты прав. Но теперь Рождество и правда кончилось. А я так и не получила подарков. Ошиблась! Это коньки! Но я никогда не каталась. Не переживай, я тоже не катался. Но у нас все получится. Идем, попробуем. Герои в масках, вот эта ночь! Сегодня мы Рождеству смогли помочь! Да! Эй, что происходит? Это снег! Рождество!